У меня в гостях Евгений Сергеев, представитель компании «Байкалочка», которая занимается выпуском эко-жвачек, как я понял. Евгений, скажите, пожалуйста, что уникального в вашей продукции? В первую очередь уникальный состав и свойства продукта. Так как мы уже, в конце концов, хотим, чтобы русские люди, СНГ-люди, отошли уже от привычной резинки, чтобы перестали тянуть резину, жевать всю эту химию, и перешли на отечественного производителя, на жвачку из смолы хвойного дерева, лиственница, которая растет на Байкале. Причем, зная не понаслышке вот эко-гам, хочу сказать, что она не теряет вкуса. Никогда, в принципе, ее можно жевать одну пластинку несколько дней. А также она биоразлагаемая, она не прилипает ни к одежде, ни к волосам. Так что не переживайте, жуйте, она полностью разложится в экосистеме. Евгений, сегодня у нас последний день выставки ProtExpo 2020, и хотелось бы с вами подвести итоги. Как именно для вас прошла эта выставка и какие вообще впечатления у вас остались? Впечатления положительные, очень много интересных контактов. Успели провести 42 переговора с представительными сетями. Я также могу сказать, что по сравнению с прошлой выставки виден рост спроса экопродукции. Это очень радует. Да, действительно, тенденция сегодня такая, что нужно здоровое питание и именно экопродукция. А вот экогам как раз-таки является экологически чистым продуктом. Евгений, и заключительный вопрос. Приедете ли вы в следующем году? Так как мы уже третий год подряд участвуем, конечно, приедем. И всем рекомендуем делать то же самое. С нами был Евгений Сергеев. Спасибо вам и всего доброго.